Оскар за лучшую мужскую роль получил Рами Малек. Он сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Но на церемонии нашли того, кто больше похож на Фредди. И это сын оскароносного режиссера Альфонсо Куарона. Gracias, gracias, gracias. Может, узнав об этом, а может, потому что Гага слишком туго затянула галстук, Малек рухнул вместе с Оскаром, спустившись со сцены. Почему вообще Гага, а не подруга Малека Люси, заботилась о его внешнем виде? Лучше бы Гага расчесала гриву Брэдли Куперу. Ирине Шейк, судя по ее виду, вообще на Купера плевать. Зато Гага так смотрела на него во время выступления, что зрители заподозрили. А не ради Купера леди недавно расторгла свою помолвку. Как раз за эту песню Гага унесла Оскар. Как Оскар в таких условиях вообще остался золотым, а не розовым? В розовом были все, куда ни плюнь. Теперь так выглядит зловещий ад. Он розовый. Даже Джулия Робертс, а ведь на нее надеялись. Все словно розовые шары, а Сара Полсон шар сдутый, судя по наряду. У брутального Джейсона Момоа, вдумайтесь, резинка для волос, и та розовая. Лучшим стал фильм «Зеленая книга». Почему не розовая? Исполнительница главной роли Линда Карделини возглавила полк розового безумия. От этой приторной дорожки ощущения примерно такие. Кстати, это Оливия Колман получила Оскар за главную женскую роль. Фильм «Фаворитка». Она и наша фаворитка, потому что в зеленом. Хотя бы в зеленом.